Ивановская область вошла в состав Ассоциации социально-экономического взаимодействия регионов ЦФО. Соответствующие документы подписал глава региона Михаил Мень на встрече с исполнительным директором ассоциации Дмитрием Мартьяновым. Теперь Ивановский регион более привлекателен для инвестора. За размещение производств в дотационном субъекте вкладчик получит выгодные условия работы от государства. Мне кажется, что элемент все-таки стимулирования инвесторов, когда они приходят в регион со сложной экономикой, и они понимают, что государство их стимулирует, это фактор, который в нашей большой стране необходимо учитывать.